1-0 пошло. Ну чё, полетишь или нет тогда? Запускайте гуся. О, все пошло. Вот и улетела ракета, и осталось ничего после нее. Так, ну и что дальше будет? Так, отсек ушел вниз. Так, она вернулась обратно с ТП. Она что, по кругу мечется, что ли? Так, метеорит пока на месте. А их 2, 3, 4. Нихуя себе. А чё так много-то? Слушай, они постройки ломают, интересно? А вот и метеорит. Они все вернулись прямо в него. В смысле? Чего? Чего? Так, не можешь просто так все закончиться. Чё за звуки? Как эта херня падает? Я понимаю, куда эта штука летит, да? Центр. Ёб твою мать! Как тебе там? Я вижу только одного чувака с собой, где все остальные? А, вон еще один. Слушай, ну эпики умеют делать эпично. Умеют делать эпично. Опа, ракеты. Все засасывает нас внутрь. Все. Конец Fortnite.
Прикинь, они бы так закончили игру. То есть все, и Fortnite, все, больше нет Fortnite. Прикинь бы, как они хайпанули на этом. Просто все, нет Fortnite, все, нет. Без второй части, без ничего, просто вот нет, все Fortnite, все. Прикинь, как бы люди охуели бы. Знаешь, как говорится, типа, уходить на коне, уходить красиво. Вот они лидировали, все в нее играли, а потом хуякс, вот так вот и конец. Так, все, пошла новая фаза. Так, выйти можно, да? Но я, наверное, не буду нажимать. Мы, наверное, просто ждем. Пока просто ждем. Просто зачем эта кнопка выйти? Зачем она здесь? Просто зачем? Ее так хочется нажать, потому что ты не знаешь, либо чего-то ждать и ничего не произойдет, и нужно выйти. Либо ты выйдешь и что-то пропустишь. Ну, пока ждем, пока ждем. У меня времени много, как бы... Я подожду. Я вижу три сферы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И как будто треугольник. Это мое, наверное, больное воображение. Либо, возможно, нужно нажать «Выйти» и, типа, попасть в меню, и оттуда уже, типа, начать что-то новое. Я вообще хер знает даже. Или нажать «Выйти». Давай попробуем. Переходим в лаунчер, а лаунчер говорит нам «Сосать». Не работает. Все, какие-то обновления, недоступно ничего. Переходим в группу ВКонтакте, и тут черный экран. Черный-черный. Они молодцы, они так идеально подошли к этому. Блин, круто. Ждем, что же будет дальше. Пока что лайк, пока что лайк. Очень все круто сделали. На самом канале Fortnite тоже черный экран с дыркой в центре. Ждем появления нового Fortnite, скорее всего. Сколько это будет длиться? Час, два, три, может вообще завтра. Кто знает, в общем, ждем. Просто тупо ждем. А еще теперь, переходя на Twitch, просмотры, то есть где все игры, нажимая на Fortnite, 1,5 миллиона человек, заходим, напишет, что категории такой не существует, нажимаем просмотр. Вообще Twitch даже охуевает от того, что происходит. Давай. Вот опять игры, нажимаем Fortnite. Категории такой не существует. Они, короче, и здесь все переделывают. В общем, я так понимаю, это надолго. Но опять же, ждем, только ждем. Опа, 87%. Это что значит? 87. 2. До этого еще была цифра 106. Я просто не все успеваю записывать, потому что я отхожу, я уже здесь сижу, не знаю, часа 3, наверное, смотрю за этим всем. Я ни хера не понимаю, то ли это координаты какие-то, то ли хрен знает. Я смотрю других ютуберов, там у всех, короче, башка едет, никто не понимает, что происходит. Но в Fortnite сделали все очень круто. Так что смотрим дальше, что происходит. 150. В общем, просидел я очень долго. Сейчас 2 часа ночи. Я безумно хочу спать. Вот эта вот дрочь меня уже напрягает. Выскакивают разные цифры, числа. В Твиттере там куча всякой информации. В итоге эти цифры, которые выходят, это цифры, которые мы должны собирать в слова, которые диктовал какой-то чувак. В общем, там все запутано. В итоге там очень все сложно. Разбираться в этом как бы интересно. Но не когда ты сидишь один и тебя просто клонит спать. В общем, ивент очень крутой. Очень крутой. Думаю, скоро появится куча информации об этом. И, по-моему, обновление будет во вторник. Получается, сегодня у нас понедельник. Получается, послезавтра. Получается, сейчас просто ночь, получается, пройдет день, и во вторник, получается, 15 октября. В общем, это не точно. В общем, я пошел спать. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Не болейте. Пока.